Вау, вы посмотрите! Вау! И залагали. О, вопросы. Кажется, это у Теда какая-то беда. Все, погнали. Возможно, предложили скачать более новую версию. Я тыкаю локальную запись. Погнали, друзья. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня суббота. И мы смотрим вместе с Тедом, который находится в правом нижнем углу. Четвертьфинальный матч. Блин, Валерий Скроу хорош. Между Муном и Фоги. Мун и Фоги. Представляете? Мун играет за эльфов. И чемпионил с 2004 года, на дворе 2021. Фоги по сравнению с Муном, конечно, щегол. Он начал играть с, не помню, с какой версии, но, скорее всего, это было где-то лет 5 назад. Вот, тоже играет за эльфов. Цвет синий. GV Human говорит: «Привет, Миша, благодарю за стрим, болеем за Фоги». Болеем, я вот уже насторожен, чувствуете, по интонации. Начинаю напрягаться уже. Демон Хантер первым героем. Демон Хантер первым героем. Так, а можно интерфейс убрать, пожалуйста? Есть. Бо-3, Бо-5. Бо-3. Бо-5 будет завтра. Полуфинал и финал. Призовой фонд турнира составляет 17 тысяч баксов, который какой-то из китайцев просто закинул и сделал турик. Смайл кап. Поэтому такой вот странный логотип этого турнира. Мы о нем не слышали, не видели. А почему без вебки? Конкурировать с Тедом сложновато. Но надо. Надо пытаться. Простите, друзья. Оп! А если я буду просто открывать рот, то будет казаться, что я на китайском комментирую. Короче, Фогич, собираемся. Скилла у него хватает. Разница в опыте колоссальная, к сожалению. Ее никак не наверстать уже. Носорог Беляк пришел. Здрасте. Но Фогич уже побеждал Мунчанского в сериях. Что, в толстовке у вас холодно, что ли? Да я вернулся и не успел переодеться. Штаны успел переодеть? Потому что в джинсах вообще некомфортно, естественно, за компом сидеть. В домашние штанишки. Вот, а толстовку не... Ну, я переоденусь. Помню последние тренды стриминговые, назовем это так. Надо менять свой... Как это правильно? Outlook. Каждые, наверное, 15 минут. Правда, мне нужно еще бикини, бассейн и что-то надувное для полного соответствия. Но переодеться я могу. Арчан. Аспирант одаривает Беляков. Changing into cute bikini. Unbelievable. Что по предметам? Здесь у нас когти, которые подрезаны с шестерки до пятерки. Здесь перчатки, которые не резаны. А перчатки, кстати, по... Если вы бьетесь постоянно, то перчатки и старые когти одинаковые. Преимущество когтей как раз в том, что они более практичны. Что вот этой синтетической ситуации, когда два героя стоят и до конца друг друга лупят, не происходит.
обычно там перемещение удар, перемещение удар. И в этом плане когти, конечно, лучше. Просветку взял. Вот уже Фогич перехватывает мун. Ненужное количество урона получил. И минус мана. Серклетку приобрел мун. Надувной сокол. У мун мог почувствовать, что здесь арчи прячется. Мне кажется, он в курсе. Он увидел по перемещению. Да. Надя потанковала, арчан убежит. Ой, Фогич молодец, расконтролил по крайней мере одну арчу. И спас вторую. Нет, Фогич молодец, классно. Ну, Мун, скорее всего, понял про хайд. Может быть, он видел, но я пропустил этот момент. Но можно было догадаться даже по тому, как твои арчи пробегают по этой местности. То есть они начинают оббегать невидимых. А, Фоги красный? Что? Фоги красный? Что? Фоги красный? Почему наверху написано, что... О, наверху Мун красный, а в игре Фоги красный. Вау! Вот это... Конечно, подстава. Миша, Фоги красный. Ребята, точно Фоги красный? Блин, при наведении реально написано, что Фоги красный. Но Фоги же синий сверху. Не сходится. Арчи идут на перехват. А арчи-то вроде как наши. Арчи, если... Да, если Фоги красный, то арчи тоже на красные наши. Надя, минус должна быть. Перехватывает красный, наши выигрывают, ребята. Если, конечно, Мун не красный. Может, наверху там Мун красный. Арчу под блоч своей. Демон Хантера под блоч. Ну, спаси Арчу. Труп Арчи чей? Ну, куда ты? Какой секунд? И в это время, пока Мун бегает, Фоги... Вырубает у него, выбивает артефакт. Вау! Вот так вот надо было блочить арчу. Теряет две арчи, Фогич получает противник второй уровень. Вау! Ну куда, ну диспелить надо? Ну что ты не доконтроливаешь, хорош! Ну хорошо, мы у врага убили Нагу. Мы у врага убили одну арчу, потеряли две, подкрепились лучше. И что еще там хорошего было? Да вроде больше ничего. Ничего не было. Что по артефактам? Кажись, инта 6, раз Нага взяла. А там больше вроде как нечего брать ей такого. Ни силу, ни агилу, ни ауру. Ну, ауру я увидел по анимации. Так что ставка на... А, руны еще, ё-моё. Забыл этот не очень артефакт. Хотя вот руны, наверное, Димке надо было передавать. Потому что... Ну, он чаще получает форкет, чем Нага. Кто красный, кто синий. Ну, наверху Мун красный, а Фоги синий. Но в игре... В игре все по-другому. Да, Фогич получше прокрепился. Он быстрее просто, темпове это делает. Два-один, там на 3-2. Причем Фоги продолжает, он не тормозит. Он сейчас собирает вражеский магаз. Ну а бодрее крипинг просто потому, что Нагу не потерял больше урона, плюс одна арча больше урона. Вампиризм выпадает Мунчанскому. Ну это, конечно, подгон самый крутой, который мог быть. В сравнении с рунными браслетами, это мега-артефакт. Пошел первый реджув. Блин, а Фоги вообще, вот если цвета никнеймы убрать, подсветку убрать, то тут не отличишь, кто за кого играет. То есть я даже... Ну, согласился с тем, что
Красный это Мун, потому что наверху написано... Наверху написано, еще раз повторю, на всякий случай, если вы не слышали. Наверху написано красный Мун, синий Фоги. А на самом деле синий Мун и красный Фоги. Напомните мне повторить это через минутку. Чтобы не забыться снова. Вон, Мун дряду не доконтроливает, смотрите. Оп! Половину ХП просто тролль снял пирсинговым уроном. Собирает второй магаз. Мун контролит, соответственно, красную точку справа. Фоги контролит красную точку слева. Сейчас время дирижаблей. Арба есть у Фогича. Медведи больше. Что по грейдам? 0-0 у Фогича. 1-0 хорошо у Фогича. Большая бутылка жизни. Хороший артефакт для Димки. А что, ноге выпало? Тут камень жизни, камень маны, наверное, топовые. А вот сейчас Фогич, конечно, завтыкал с красной точкой. Камень маны выпал, хорошо. 啊, здесь что по артефактам? Ну, вот красную не забрал. Это пока что самая большая проблема. Фоги пошел пушить. Свиток лечения. 50 лимита на 47. Здесь вампиризм. Но позиция у Муна не очень хорошая. То есть он, скорее всего, барак потеряет просто до того, как основная армия подойдет. Ну и сейчас важен очень контроль. Контроль! Контроль, Шимида. Мана Борн. Виспы выходят. Позиция не очень хорошая, но перегруппировался. Ой, как втанковывает хреново. Мун теряет героя. Минус крест, но он не наносит какое-то время сейчас урон. Свиток лечения хороший. Выходит Дима. Давай. Став будет, став. Выключил опять Демон Хант. Да ладно, Фуги разуплотняет тут, кажись. Да, у нас нага битая. Ну что там по ставу, Фогич? По ставу как там у нас? Став есть. Да ладно, как он? Он ушатывает Муна. 39 на 50 уже. Красава. Триса, не время, не время для сейчас. Триса. Так, возвращается Нага. Интересно, с чем? Свиток будет у нее? Нага полная. Два свитка лечения! Я бы вышел. Я бы просто вышел. Мун, ты чего? Ну, это же обидно за Муна. Где борьба? Мунчанский, ты чего? Ты же синий. Мун синий. Форкет. Бах, минус Дима. О, ГГ 1-0. Фоги Муна. Уа, что? И Тед в шоке. Посмотрите. Два дня я ждал этот матч, но не ожидал, что будет такое говно. Ой, как он выражается. Вы видели, что он сделал? Вы видели? Красава, красава, просто красава. Что за шкет был у тебя на заднем плане в кепке? Это мой личный тренер. Ну так. Ты это очень классный. Когда встречаются два эльфа, вот такой вот, помните, вот этой вот амплитуды скилла, знаете? Это день Фоги, но не день Муна. И все, ты такой, как? Почему никакого сопротивления нет? Мун выиграл? Нет! Мун проиграл, уверенно проиграл причем. Ну, да, это начало. Блин, было бы классно, если... О, да ладно, нет, рано, Михаил, рано. Там чат в шоке. Лол, что с Муном? Ну, его только что показывали, он выглядел уверенно. Граф Ди Винфасту задарил примачок, спасибо. Граф Ди.
Разделись, Триса радость. Трисандра, конечно, такая тоже компанейская. Все лежит рядышком. Приходят, смотрят. Сегодня приходили счетчики поверять. Сразу обложили человека котами. Он открыл там этот свою служебную штуку. Все, Триса пошла его поверять. Луна нестабильна. Луна нестабильна. А зачем кошки, если аллергия? Сорян за вопрос, надеюсь, не фугнут меня. Ну, потому что аллергия не такая сильная на кошек. Больше на порошок. Если мыть руки после того, как ты гладишь, ну или, по крайней мере, споласкивать, то все нормально. Щегол пришел. О, 200. Беляк. Добро пожаловать. 我觉得刚才那个局势属于木那个熊啊，在屁股没两个熊，没有去打这边的一个Foggy的一个AC。其实那两个熊打一下，就几巴掌AC就没了。 Вот, смотрите. Фоги улыбается после первой игры, так легкая улыбочка у него появилась. А Мун, кажется, стал посерьезнее, но все равно собран. Как же операция на нос? Она тоже помогла. Она, собственно, главным образом и помогла. 再来试试看这里的一个第二场比赛，看这里第二场比赛，这里的一个Foggy，对，这里的一个木呢，木会不会2-0啊？ Видел, что в РФ началось испытание вакцины против аллергии на кошек? Опа, нет, не видел. Еще один беляк. Новая информация. Жень, ты знаешь, что началось испытание вакцины против аллергии на кошек в России? Началось. Запишите. Запишусь. Фотос говорит: Михаил, здравствуйте. Когда у нас на ГГ будет такой великолепный функционал, как на китайском сайте? Я хочу и никак не могу собраться. Может, есть какие-то хорошие знатоки китайского среди зрителей? Мы бы провели с вами там, созвонились, вы там смогли бы выделить там часик-два, но лучше два захода по часику. Вот, своими профессиональными навыками. Созвонились бы, походили бы по ключевым сервисам, посмотрели, какой там функционал, вынесли наиболее интересный, предложили бы зрителям, реализовали на сайте. Эй, я пошутил. А чё шутите? У них там стрим-сервисов с полдюжины высокобюджетных, интересных решений, что-то копируют, что-то... Tomorrow Hero изучает, могу его заставить. Tomorrow Hero. Анимешник, что ли? Фан говорит, бобрый день, Мишкер. Чатик, хорошего стрима. Спасибо, Фан. Что с цветами в этой катке? Надо разбираться, ребят. Мун наверху красный, сверху синий. Но мне кажется, что опять обман. Опять обман, и на самом деле Мун синий, а Фоги красный. Давайте подождем, когда наведут. Навели, да. Мун красный. Нет, они поменялись. Они поменялись. Так что нас теперь не спутать. Слушайте, а вдруг тут выигрывают по цветам? Ну все же одинаково, нужно хоть какую-то разницу искать. Сеси. Демон Хантер. Крипинг идет. Мун как-то крипится-то пободрее. Где Lightning Shield? Где вот эта вот тема? А-а-а, там был Висп, и что? Тролля перекупил. Что-то опасно как-то. Кристал Болл выпадает Фогичу. Хантерс Холл? What? Фогич, да ладно, ты сейчас будешь два барака играть против его экспанда и троллей? А, там два шара, баланс. Кажется, Фогич прочитал вообще. Ой, да ладно.
Второй барак сейчас будет. Смотрите наверху. Блин, ну Тед, ну второй барак уже по центру. А это зачем ходит барак? Алло! Посади барак, посади дерево. Да ты что, Фоги, а тебя не смутил Хантерс Холл на мейне, который строится уже минуту, блин? Ну, в теории это чистая контра, просто чистейшая контра. Отменил раз нычку, но обычно после такого, если не сделать разведку, Мун не откажется от своего плана, понимаете? Фоги, ну давай виспов-то после Хантерс Холла-то уводи, ну... Тут барак можно потерять. Представляете, барак потеряет, нычку ставит, а там два барака. И ставит нычку. Да! Т2, правда. Ну, виспа, ну вспомни про виспа. Вспомни про виспа. Надо барак убить. Надо как-то убивать барак. Не знаю как. Делает ретаргет. Че лагаем-то? Эй, алло, верните картинку. Пошли хантрески. Ну, два барака, просто два барака. Наказывать халяву надо пытаться. Откуда нейтралы прибежали, не могу понять. А, Фогич хочет третий получить здесь. И артефакт. Не, ну Мун вообще безмятежно играет. Он только сейчас пошел на разведку. Сейчас он увидит по центру барак, если... А, он поверху идет. У-у-у. Мун вообще ничего не понимает, что происходит. Ничего не понимает. Он не видел ни одной хантресс, он не делал разведку на экспанд. А, видит теперь разведку на экспанд делает. Сейчас может подозревать уже. Что выпало? Инвол, хорошо. Все, и надо идти сейчас. Надо идти, лечиться и хантрессами убивать его. Причем, возможно, даже сразу на мейне. Все, увидел Т1, увидел Хантерс Холл, Мун все понял. Сейчас надо арчей штамповать и этих. Триса взяла, свалила просто. Все подушки, все одеяла одним махом. Что покупает? Ну и Вэйжен просто продал. Триса, значит, свалила все и ко мне, да? Типа, погладьте. Протектор на мейне. Правильная реакция. Нычку отменил Мун, правильная реакция. Фоги проверил, увидел, молодец. Лорницы пошли. Какой же Фоги уверенный, а? Застраивает. Застраивает, может и не получится. Ну поздно, Монобёр, ну Хантреску доконтраливай. Застраивать надо было сразу, прям вот вплотную. Сейчас вторым героем может отбиться. Ну, в целом, это довольно опасный, такой лыновый пуш. Он, конечно, грамотно подстроился. Протектор убили, Нага пришла вражеская, мешает. Фоги старается, контролит, но арчи все еще живы, троллит тоже. Главное, что протекторы достроились. У арчу... А, арчу спасает. Пытается держаться протекторов. Не, ну если протекторы достроятся, дальше можно дрядок под... Там же Т2, экспанда нет. То есть, по сути, ты достраиваешь протекторы, и все, и... Выходит сейчас Мун. Пытается фокуснуть протекторы, но там же другие еще есть. Все. Телепорт. Зачем телепорт сейчас Мун делает? Он волнуется явно. Ну, протектор убивает, и чего? Сейчас прикапывается протектор. Надо было пользоваться случаем и убивать протектор, конечно же. Строящийся. Моноберн отличный. Инвол на 15 секунд. Ой, Фоги молодец. Делает все вообще четко. Даже можно к мейну не подходить, на самом деле. Достаточно будет три Мунвелла убить, и все. Сейчас надо будет свалить Демон Хантером. Почему он под инволом не бегал, не атаковал просто? Шороху бы навел, 10 секунд пробегал неуязвимый, ничего не делал. Сам в шоке. Да нельзя здесь стоять под одним протектором. Там же два у тебя наверху. Желательно держаться там, где... Ну, чтобы он не мог ничего сделать. Тролль проходит, молодец. Блин, Димка у нас битый. Неправильно сражается здесь Фогич.
Ну, один протектор здесь. Зачем он здесь сражается? Бил бы Мануэла просто и все. Сейчас дает шанс Муну отбиться. Минус тролль, правда, один. Минус тролль, возможно, второй. Арча. Баллиста снизу уже. Ай. Минус нага. Надо Димку лечить. Надо сбегать домой. Минус баллистом. А, это фогичевский голем. Это фогичевский голем со слоу. Димку убить можно. Там нет телепорта. Огра перекупил. Все, побежал. Что там на мейне? Покажите, покажите на мейне. На мейне хаос. На моноберн пока не накопил. Барак, алтарь убивает. Мунвеллы пустые. 42 лимита на 29. Берн через 5 секунд. Минус 3 Димка. И он его сам привел еще к мунвеллам, к своим. Давай, моноберн. Моноберн. Хорош. Ну, забеги до базы. Это минус Мун. Это 2-0 Мун от Фоги. Причем, как бы... Во-первых, мега правильная реакция во второй игре. В первой игре они играют по зеркальным стратегиям, но Фогич там переконтраливает, убивает нагу, правильно крипится, быстрее крипится, приходит в более в хорош, по хорошему таймингу, убивает медведя на медведе, дыха на нагу. Второй, Фоги изначально идет, хотя стартует не очень хорошо в плане крипинга, но изначально идет, зная, что Мун будет играть по стандарту на этой карте через там крипинг, фаст эксп и фаст тир. Ну и, соответственно, если ты знаешь, что человек так будет играть, ты просто берешь и, ну, олынишь, грубо говоря. То есть ставишь два барака, хантрессы. Мун мало того, что играл по вот этому вот стандарту наглому, ну, а по наглому стандарту играют здесь, потому что есть лагерь наемников и есть тролли, которых ты, благодаря которым ты обычно отбиваешься. Вот, но Мун мало того, что играл по наглому стандарту, так еще и понял, что там масс хантресса, только когда там уже было 3-4 хантрески. Понимаете? Вот, и, соответственно, он не успел построить протектор. Он пытался строить базу, дважды ее отменял. А Фоги все четко сделал. Ну, там не доконтролировал, конечно, в моментах во время застройки, но в целом 2-0 Мун. 2-0 Мун. Вот кто-нибудь придет спустя, типа, как Фоги сыграл, увидит счет, и у них будут вопросы.